Уважаемые коллеги, начинаем наше аппаратное совещание. Сначала о кадровых изменениях. Распоряжение от 11 октября назначит Шейкину Оксану Владимировну на должность председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска с 14 октября. Оксана Владимировна здесь присутствует. Я думаю, все ее знаете. Она 5 лет уже практически работает заместителем председателя комитета по управлению имуществом. До этого несколько лет работала заместителем начальника контрольно-ревизионного управления администрации города. И 10 лет отработала в службе судебных приставов по специальности юрист. Так, давайте пожелаем удачи. Я искренне Оксане Владимировне желаю успехов, потому что должность сложная, работа ответственная. В настоящий момент много идет кадровых изменений в комитете по управлению имуществом. Я надеюсь, что вы справитесь, а мы все поможем вам в этом. Так, переходим к аппаратному совещанию. Пожалуйста, Владислав Евгеньевич. Награждение. Награждение еще, давайте. Так, кто первый у нас?
Так, слово предоставляется Малюгину Евгению Александровичу, заместителю начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Пожалуйста. За заслуги в деле создания, развития, обеспечения успешного функционирования Челябинского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций постановлением Центрального совета ВДПО награждены сотрудники администрации города Челябинска. Для награждения приглашается временно исполняющий полномочия главы города Челябинска Наталья Петровна Котова и председатель совета Челябинского областного объединения Всероссийского добровольного пожарного общества Шулюков Сергей Юрьевич. В соответствии с решением Центрального совета награждается медалью ВДПО за пропаганду пожарного дела директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 43 города Челябинска Валова Галина Владимировна. Награждается медалью ВДПО за пропаганду пожарного дела директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 46 Сагандыкова Светлана Александровна. Посередкина. Награждается медалью ВДПО за содействие в борьбе с пожарами председатель комитета по делам образования города Челябинска, партия Светлана Викторовна. Награждается медалью МЧС России 370 лет пожарной охране России начальника отдела мероприятий по вопросам пожарной безопасности населения города Челябинска Мякушка Людмила Александровна. Награждение завершено. Так, Владислав Евгеньевич. Уважаемая Наталья Петровна, уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые участники совещания. В Советском районе за истекшую неделю в сфере жилищно-коммунального хозяйства было аварийное отключение тепла в 7 домах на пересечении улиц Омской и Шаумяна. Авария устранена в субботу вечером. В сфере благоустройства в рамках программы формирования современной городской среды в районе завершено благоустройство 22 дворов территории, в двух дворах Овчинникова 9Б и Крупская 44 идет устранение замечаний. Из 5 общественных пространств по городской среде работа на 4 объектах: сквер Института культуры, сквер и пляж в поселке Смолино, также сквер в поселке Федоровка закончены. Идет устранение замечаний. Еще на одном объекте, сквер Колющенко, выполнено асфальтирование и укладка антитравматического покрытия. Идут подготовительные работы для установки малых архитектурных форм. В рамках прочих программ благоустройства общественных пространств 6 объектов закончены. Работы на 5 объектах идут с составлением графика по причине плохой работы подрядчиков. Сквер на Ленина 31, Челябдор-Ремстрой, скверы на Тимирязева 28 и Воровского 43, ООО «Паритет», сквер на Театральной площади «Атмосфера уюта» и сквер на Воровского 5, ООО «Универсал-Строй». К контролю работ на объектах подключилась прокуратура района и депутатская комиссия по благоустройству. В рамках программы «Реальные дела» начата работа второго этапа по текущему ремонту межквартальных проездов. Срок исполнения до конца месяца. По градированию работ частного сектора работа выполнена на 90%. На законченных объектах идет актирование сотрудниками администрации совместно с депутатами районного совета. По санитарной чистке территории работало две подрядных организации. Убрано 37 тысяч квадратных метров тротуаров и 82 тысячи квадратных метров газонов. По общественной безопасности без резонансных происшествий за неделю составлено 97 административных протоколов. Проведен очередной рейд совместно с отделом полиции Советской по несанкционированной торговле. За неделю составлено 2 протокола, всего за год по данной статье 72 протокола. Составлено 28 актов о нарушении правил благоустройства, материалы направлены в административно-техническую инспекцию при управлении благоустройства администрации города. По противопожарной безопасности возгорания 0, по призыву государственное задание 100 человек, призвано 12. Доклад окончен. Спасибо. Так,
Марк Александр Евгеньевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. В Ленинском неделе прошла без серьезных происшествий. За неделю 5 возгораний без пострадавших, ущерб незначительный. По благоустройству территории района подрядные организации продолжают санитарную очистку. За неделю мы промели и прочистили внутриквартальные проезды по нашему контракту. Также очистили остановки общественного транспорта. Кошение газонов завершено. Готовится контракт по сносу сухих и аварийных деревьев. Кроме того, заключен контракт на санитарную очистку дренажных канав в поселках частного сектора Ленинского района. Работа выполнена на 30%. По программе «Комфортная городская среда» все работы во дворах и общественных пространствах завершены, ведутся приемочные работы и устранение замечаний. По реальным делам работы по асфальтированию завершены, также ведется приемка и оплата проведенных работ. Отделом торговли совместно с отделом полиции проводились рейды по пресечению незаконной торговли. Проведено 2 рейда, составлено 6 административных протоколов. Направлено 9 уведомлений по несоответствию информационных конструкций правилам размещения и содержания этих конструкций. Данные акты направлены в управление благоустройства. По призыву план 149 человек, призвано на сегодня 27 человек. Доклад окончен. Хорошо. Сергей Николаевич. Доброе утро. По жилищно-коммунальному хозяйству все дома с отоплением в районе. Подрядными организациями района продолжаются работы по содержанию территории. По ФСГС общественной территории закончили уже давно. И один дом у нас по многоквартирным территориям остался. Тоже там процедура окончания. По реальным делам практически тоже все закончено. В аэропорту у нас в рамках этой программы были благоустройство общественной территории небольшой. Вот. Изюминкой, конечно же, там является установка малой архитектурной формы в виде копии самолета УТ-2. Такая очень необычная малая форма, детишками уже очень излюблена. На прошлой неделе, также 8 числа, с участием губернатора Челябинской области, главы города Челябинска, открыт кинотеатр «Импульс». Давно ждали его жители Металлургического района, и наконец-то это свершилось. Совместно с УДХ провели сверку по объему уличной дорожной сети по содержанию на следующий год. Объемы сформированы, теперь ведется работа по подготовке технической документации. На территории района 3 пожара без пострадавших, полиция без резонансных происшествий, призыв 130, призывно 5, доклад закончен. Все, Сергей Васильевич. Доброе утро, Наталья Петровна, Андрей Владимирович. Значит, в Курчатском районе жилищно-коммунальное хозяйство работает в штатном режиме. Все жилые дома подключены к отоплению, а также социальные объекты, учебные заведения и лечебные заведения. Значит, продолжается работа по обследованию жилых помещений, территории, по уборке мусора, приведению надлежащего состояния прилегающей территории. Значит, выписано за неделю 9 предписаний, контролирую их выполнение. По реальным делам практически работы завершили. Значит, они у нас включали 23 объекта благоустройства, значит, ремонт асфальтного покрытия внутриквартальных проездов выполнено, ремонт тротуаров 26 объектов выполнено, акты выполненных работ подписаны, агрегирование улиц в поселках 12 объектов выполнены работы, а также, значит, обустройство и ремонт лестничных спусков по проспекту Победы на пересечении с улицы Пионерской и улицы Молодогвардейцев, значит, тоже выполнено. По городской комфортной среде 10 дворов у нас было, все дворы выполнены. Значит, по двум скверам плитка, скамейки, урны 100%, малую архитектурную форму продолжает подрядчик устанавливать до конца октября. Значит, в скверах освещение выполняет подрядчик управления дорожного хозяйства, продолжаются работы по прокладке кабелей для освещения. Значит, закладные и опоры освещения, значит, монтируются до конца октября также. Значит, по вашему поручению на коррекционной школе номер 72 идет строительство тротуара, установили бордюр, отсыпали щебнем, на неделе работы закончим. Именно по тротуару. По внутриквартальному проезду и по парковкам, значит, отдельно работаем вместе с Южвалстроем. Значит, также готовится контракт на уже торгах, значит, по вывозу
значит, упавших деревьев, аварийных, сухостоя. Значит, за неделю 54 протокола составлено по административным правонарушениям. Было 3 пожара, в квартирах пострадавших не было. По призыву у нас 170 человек призыв, 19 человек призвано. Доклад закончен. Спасибо. Сергей Валерьевич. Доброе утро, Наталья Петровна, Андрей Владимирович. Объекты жилищно-коммунального хозяйства в Калининском районе функционируют в штатном режиме. Аварийные отключения за неделю отсутствовали. Отопление подано во все дома жилого фонда и объекты социальной сферы. Возгорание за неделю одно. Погибших нет, пострадавших нет, ущерб незначительный. Охрана общественного порядка по делам полиции 146 протоколов за прошедшую неделю. Подрядные организации продолжают очистку газонов, общественных пространств, остановок общественного транспорта. По формированию комфортной городской среды по общественному пространству университетской набережной выполнены работы по строительству покрытий и установке малых архитектурных форм, идет приемка, продолжаются озеленительные работы по благоустройству всех территорий, срок окончания работ 1 декабря. На набережной от Органного зала до Свердловского проспекта выполнены твердые покрытия, заканчивается строительство подпорной стенки, озеленительные работы будут выполнены также до 1 декабря. Осуществляем еженедельный выездной контроль за ходом работ. Закончены работы по комплексному благоустройству 15 дворовых территорий. Идет сдача документов и приемка выполненных работ. По реальным делам, по 3 контрактам на общую сумму 21 миллион рублей, работы закончены на 2 контрактах. Исполнение 72%. Идет сдача, приемка работ техническим надзором. За неделю подготовлено 4 административных материала за торговлю в неустановленном месте. По призыву государственное задание для Калининского района 160, призвано 22, отправки нет. Доклад окончил. Спасибо. Центральный район, Андрей Юрьевич. Доброе утро, Наталья Петровна. Доброе утро, коллеги. На территории района за неделю произошел один пожар. Сгорел у нас бак на контейнерной площадке. По коммуналке у нас все нормально. То есть все дома с горячей водой и с теплом. По ФСГС по дворам, из 10 дворов по 2 дворам существует серьезная задержка по срокам исполнения. По 6 скверам, которые у нас в работе по общественным территориям, работы ведутся, по ряду объектов существуют задержки. По объектам образования все, что можно было сделать в этом году, мы выполнили. Вот, работы по реальным делам, по асфальтированию в стадии завершения. Ну и продолжаются работы по содержанию территории района. У меня все. Хорошо, Галина Андреевна. Доброе утро, Наталья Петровна, Андрей Владимирович. Все объекты тракторзаводского района подключены к системам центрального отопления. Жалоб от населения за прошедшую неделю не поступало. Отработали без аварий и пожаров в районе за прошедшую неделю. Работы по санитарному содержанию территории района производились в текущем режиме. В результате аукционной процедуры определили подрядчика на зимнее содержание территории района. На этой неделе планируем к размещению аукцион на ликвидацию несанкционированных свалок в частном секторе. Все программы по дворовым территориям, реальным делам, плану первоочередных мероприятий, грейдированию дорог в частном секторе завершены в 100% объеме. Завершены работы по асфальтированию тротуаров в микрорайоне Чурилово по дополнительно выделенным финансовым средствам. Привели в порядок благодаря этому на перекрестках улиц Зальцмана 1 и 2 тротуары, а также на Эльтонской и вдоль детских садов и к школе 116. В парке Терешковой в стадии завершения работы по озеленению, по фонтану и саду планет. В работе амфитеатр, входная группа, ограждение и библиотека. Управление дорожного хозяйства завершило асфальтирование дорог в Чурилово, Линейной, Самохино, дороги в Садовое товарищество 3 и 4. Карт-схем за прошедший период сформировано 235. По призыву, план призыва 148, призвано 20 человек. Провели на территории мероприятия. Один из них – это завершение гала-концерт районного этапа городского конкурса «Когда поет душа». Доклад закончен.
Хорошо, значит, по администрациям районов три поручения, то есть дворы благоустройства на контрольные сроки, совещание сейчас после аппаратного у меня. Вот, и мы попросим депутатов, Андрея Владимировича, нам помочь в плане контроля, то есть выезжать прямо каждый день на объекты для того, чтобы мы уложились в сроки по всем объектам. Так, готовятся проекты контрактов на содержание дорог трехгодичные по городу. То есть обсуждает управление дорожного хозяйства Владимир Георгиевич в курсе. Готовится приложение. У меня убедительная просьба согласовать эти контракты, я про приложение говорю, этих контрактов с администрациями районов, чтобы администрации районов четко знали, какие дороги, кто будет у них убирать. То есть, ну, понятно, что пройдет конкурс, определится подрядчик, но вы должны четко знать, какие остаются у вас дороги, как мы с вами разговаривали, местного значения, какие будут у нас по городским контрактам. То есть срок, ну, небольшой, я думаю, это неделя. То есть нам нужно будет уже объявляться. Так, и последнее. Проведите ревизию барьерных ограждений совместно с УМВД, Сергей Викторович, и УДХ. То есть обратите внимание, то есть те места, где стоят эти барьерные ограждения, действительно не на месте, затем в ненадлежащем виде, то есть уже старые, давно поставлены, всеми забытые. Обратите внимание, составьте реестр таких мест. Я думаю, что как мы с вами закончим работу по благоустройству, так перейдем к этой работе совместно с УДХ, проведем с моего ГАИ, проведем работу по демонтажу тех барьерных ограждений, которые не нужны в городе Челябинске. Так, Сергей Александрович, пожалуйста. Доброе утро. На прошедшей неделе с 8 по 11 октября состоялось первенство города по боксу на базе спортивной школы «Алмаз». Значит, с 10 по 11 октября открытый чемпионат города прошел по художественной гимнастике, и 12 выходные прошло первенство города по рукопашному бою. На предстоящей неделе, 18 октября, пройдет публичная акция «Здоровье – твой выбор» в торговом комплексе «Кольцо». 19 октября – фестиваль школьной лиги КВН в Дворце детского творчества. И 20 октября – фестиваль научно-познавательной литературы в Центральной детской библиотеке. И 20 октября – чемпионат города по спортивной ориентированию на лыжной базе. Значит, комитетом социальной политики объявлен конкурс на предоставление грантов на реализацию социально значимых проектов по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия. Крайний срок подачи заявок 30 октября. И ведется подготовка форума «Челябинск многонациональный». На прошлой неделе закончены строительные работы по устройству игровых площадок по спортивной школы «Алмаз». Наталья Петровна, приглашаем вас приехать на открытие стадиона. В ЕИС размещена документация по проведению капитального ремонта прилегающей территории центрального стадиона и по восстановлению фасадов центрального стадиона. За неделю демонтировано 32 рекламные конструкции в рамках утверждения новой схемы размещения рекламных конструкций. И за неделю выявлено 24 рекламных конструкций, установленных без разрешения. На особом контроле подготовка объектов мероприятий саммитов ШОС и БРИКС. На сегодня получено подтверждение, что в июне 2020 года Челябинск принимает спортивные игры стран БРИКС. Это 6 видов спорта, 600 спортсменов. Надо сказать, что в таком масштабе мероприятие проходит впервые в рамках председательства России. Поэтому будем готовиться к этим мероприятиям. Доклад окончен. Так, Сергей Александрович, на контроль взять все объекты, которые у нас идут по контрактам. Я говорю про фасады. Чтобы все были отыграны контракты. И по памятникам, там, где идет согласование с Комитетом культурного наследия. То есть все, что было в сроке, выполнено. Так, Елена Владимировна. Доброе утро, Наталья Петровна, Андрей Владимирович, коллеги. На прошлой неделе провели заседание рабочей группы по обеспечению полноты поступления налогов в бюджет города. Было приглашено 10 предприятий Калининского района, активно с ними работали. И по итогам подготовки комиссии 63% общей их задолженности в сумме 4,4 миллиона рублей налогов и сборов было погашено. Подвели итоги реализации целевых моделей по улучшению инвест-климата в городе. За месяц, вот в прошлый раз я докладывала, что было плохо у МФЦ, доля некачественно отсканированных документов, эта доля снизилась с 7 до 0,02%, хотя целевой показатель 0,01%, значит, нужно еще продолжить. Надо отметить, что комитет архитектуры тоже хорошо поработал по постановке на кадастровый учет земельных участков, и их доля увеличилась с 29 до 47, хотя целевой показатель 60, еще за 2 месяца надо поработать.
Но при этом архитектура слабенько поработала, по доле заявлений по выдаче и разрешения на строительство в электронном виде увеличилась всего на 2 процентных пункта. Надо эту работу дальше активизировать. По информации от наших предприятий, за 9 месяцев текущего года в городе создано 2000 новых рабочих мест. Сегодня у нас визит генконсула Германии, участвует агентство подготовки мероприятий в территории бизнеса и встреча здесь, в городе. В среду состоится семинар-совещание по охране труда для наших отраслевых управлений подведомственных учреждений, основа охраны труда, оформление документов по охране труда в организациях, типичные нарушения. Здесь в 10 часов в среду, еще раз повторяю. По результатам ежедневного объезда, еженедельного объезда в городе специалистами управления по торговле выявлено 9 новых нелегальных объектов. По ним в установленном порядке направлены письма в УВД. Для выяснения собственников информации передана в КОИЗО и городскую среду для демонтажа. По итогам рейдовых мероприятий за неделю специалисты управления по торговле участвовали в 6 районах. В рейдах составлено 19 протоколов. И активно готовимся к проведению комиссии по разногласиям при формировании бюджета на следующие 3 года. Эту неделю закончим эту работу. Доклад окончен. Хорошо. Евгений Александрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, информация в протокольной части. Значит, за неделю зарегистрировано 250 распоряжений администрации города и 10 постановлений. На сегодняшний день на контроле стоят 194 поручения губернатора Челябинской области, 136 поручений главы города Челябинска, 23 акта прокурорского реагирования. На текущий момент нарушений по срокам исполнения поручений мы сегодня не имеем. Значит, вопрос по переходу на цифровое телевещание. Значит, сегодня, 14 октября, значит, произойдет отключение аналогового телевидения. Значит, по времени ориентировочно это произойдет с 14.20 до 14.45, ну, полтретьего, скажем так. Значит, хочу напомнить, что Челябинская область и город Челябинск вошли в последнюю волну отключения аналогового телевидения и включения цифрового. И вошли в количество, это 21 субъект Российской Федерации. Значит, в Челябинскую область сегодня приехала правительственная комиссия по вопросу перехода на центральное телевещание во главе замдиректора департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Мансурову. Значит, они будут мониторить, контролировать и давать оценку по нашей деятельности по переходу на цифровое вещание. Со своей стороны, мы на прошлой неделе, значит, практически в еженедельном режиме проводили наши городские штабы, проводили районные штабы. В общем-то, все необходимое, что от нас требовалось, мы сегодня имеем, сделали. Значит, мы вот до конца прошлой недели увеличили количество волонтеров до норматива, который нам ставили, это 6 человек на 10 тысяч. И сегодня по городу Челябинска более 700 человек организовывали волонтерские, так сказать, объединения. Значит, со своей стороны, администрация города, мы выделили дополнительно силами автохозяйства нашего, выделили дополнительный автотранспорт для администрации районов. Они вот эту неделю, уже сегодня с утра, уже работают в районах. Значит, ну и выходные дни усиленно работали, значит, администрация районов, волонтеры и соцработники, центры комплексной поддержки населения. Значит, ну и основной вопрос, который сегодня стоит, и о котором будут судить наши результаты, это вопрос исполнения заявок на подключение, по вопросам подключения на цифровое телевидение от жителей города Челябинска. Значит, общее количество заявок у нас поступило 2783 за весь период информационной вот этой работы. Закрытые заявки, закрыли из них 2786. В субботу поступило 75 заявок, в воскресенье 59. Значит, вот еще раз говорю, что в выходные дни усиленно работали. На сегодняшний день 15 заявок в работе находится. Количество просроченных заявок в один день рабочий у нас сегодня не имеем. То есть у нас показатель ноль.
Ну, думаем, что вот сегодня, как с момента отключения, произойдет, конечно, увеличение количества обращений и заявок. Но мы к этому готовы, будем работать в соответствии с предъявляемыми требованиями. Доклад закончен. Хорошо. Здесь, я думаю, что межведомственное взаимодействие, Евгений Александрович, однозначно вы, Авдеев, Дмитрий Викторович, с управляющими компаниями, главы районов, и Хенкина и Машкова, это вот те люди, которые по волонтерам помогают и по соцработникам. Евгений Александрович, вы ответственны, то есть за полное взаимодействие, да. То есть реагировать сразу же, чтобы не было никаких скоплений. Так, хорошо, Надежда Сергеевна. Доброе утро. Продолжается работа по демонтажу нестационарных торговых объектов. Так, с начала года демонтировано 463 объекта, информационных конструкций 797, стоянок и парковок 63, прочих объектов, гаражи, шлагбаумы и тому подобное 197 объектов, брошенный транспорт 37 объектов. Отдельно хотелось бы отметить работу в части демонтажа микрофинансовых организаций. Так, было выдано 26 уведомлений, фактически демонтировано 10. Наибольшее количество их размещено незаконно на территории металлургического района. Работа продолжается. До конца 2019 года планируется все микрофинансовые организации на территории города демонтировать в полном объеме. Также продолжается работа по переходам на территории города Челябинска. Установлено, что не все арендаторы и правообладатели данных переходов проводят работу надлежащим образом. Ни одни из подземных переходов приняты не были. 11 октября в Комитете по имуществу состоялось совещание с приглашением всех заинтересованных лиц. Прорабатывался вопрос подготовки подземных пешеходных переходов к зимнему сезону. В частности, было поручено на всех ступенях спусков установить специальные накладки с противоскользящим покрытием. Работа по пешеходным переходам находится на еженедельном контроле. Доклад окончен. Хорошо. Владимир Владимирович. Наталья Петровна, Андрей Владимирович, коллеги, доброе утро. Информация по снятию замечаний генплана. На прошедшей неделе были проведены две рабочие группы. 10 октября по планировочным экономическим вопросам и 11 октября по вопросам транспорта. В рамках рабочей группы 10 октября совместно со специалистами и общественниками обсудили вопрос одного из главных показателей генплана – планируемой численности населения. Было решено, что предложенная в проекте численность 1 314 000 человек к 2039 году должна остаться как стратегическая цель для развития города. Было отмечено, что главное развитие территорий в городе должно происходить за счет переосмысления производственных территорий и реновации ветхоаварийной застройки. В проектной организации «Гипрогор» направлены все замечания, которые в рамках рабочих групп были рассмотрены, по которым приняты единогласные решения по исправлению и внесению изменений в генеральный план. Комитетом городостроительства направлены запросы в «Газпром-Трансгаз» Екатеринбург и «Транснефть-Урал» с просьбой дать информацию о готовности начать работу по выносу из границы населенного пункта магистральных инженерных сетей, которые расположены на северо-западе. Это газопровод «Бухара-Урал» и нефтепродуктопроводов вдоль северо-восточной и северной конечности озера Синеглазово. В настоящий момент данные магистральные сети в проекте генплана исключены из границы населенного пункта города. С 14 по 18 октября также будут собираться рабочие группы по оставшимся замечаниям. На 15 октября запланирована рабочая группа по транспорту, а также по вопросу планирования в генеральном плане города линии скоростного трамвая и использования существующей инфраструктуры строящегося метрополитена. По строительным объектам также на контроле три основных объекта, на особом контроле. Это строительство школы микрорайона Яблочный и Тарказовского района. Начата влажная уборка помещений 2-3 этажа. С 3 этажа начата расстановка мебели. Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области утвержден тариф на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения. Заключение договора на технологическое присоединение запланирован срок до 16 октября. МКУ «Челябстройзаказчик» начата комплектация документов для ввода здания в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию запланирован 17-19 октября. Срок завершения основного объема поставок – конец этой недели. На контроль взята поставка дополнительного неучтенного оборудования проектом оборудования согласно письму 116-й школы в адрес УКСа. Ведется анализ рынка в случае заключения контракта с единственным поставщиком. Срок заключения контракта – 23 октября.
детский сад по улице Коммуна Володарского. Мероприятия по отставанию от графика производства работ подрядчиком выполняются, но тем не менее отставание на данный момент существенное. На 14 октября назначено совещание с ООО «ПСК «Энтострой», это застройщик этого садика, с целью организации привлечения для завершения строительства подрядных организаций, обладающих достаточными техническими возможностями для завершения строительно-монтажных работ в установленные сроки. По ПСК «Энтострой» ведутся работы по перекрытию второго этажа, устройству перегородок. Ведутся работы по вертикальной планировке территории, электромонтажные работы в цокольном этаже. Детский садик в Чурилово, Лейк-Сити, застройщик «Остроймеханизация». Находится также на ежедневном контроле специалистов МКУ «Челябстрой-заказчик». Контролем исполнения мер по ликвидации отставания от графика. На 17-10 запланировано завершение работ по монтажу перекрытия третьего этажа. С 14 октября запланировано начало работ по устройству наружной теплотрассы. На 18 октября запланировано завершить работы по остеклению первого и вторых этажей. По проведению торгов на следующий год. 4 детских садика, как уже докладывал, планируется в этом году провести аукционы. По двум уже определен победитель. По детскому саду микрорайоне 48 победитель аукциона. Генеральный подрядчик «Альфа-Строй». Начало подготовительных работ 15 октября. По детскому саду «Академия Риверсайд» номер 2. Планируется дата заключения контракта 21 октября. Победитель – генеральный подрядчик «Тресма Лентострой». По парковому 2 на 17-10 назначен аукцион. Планируем дата заключения контракта 29-10. По детскому саду по Академии Риверсайд проект документации находится в стадии завершения прохождения государственной экспертизы. Получение положительного заключения запланировано на 16-10. Планируемая дата аукциона 25 октября. Планируем дату заключения контракта 5 ноября. Доклад закончил. Так, я в субботу была на детском садике и в Чурилово, и на Володарского. На ежедневный контроль выставляем. Собрать нужно будет совещание. Я с Андреем Владимировичем поговорила. Я думаю, что депутаты нам помогут в отношении и Володарского детского сада. Здесь и с диаспорой нужно будет поговорить, с армянской. То есть там Вячеслав уже подключился, Борисов, который возглавляет управление по взаимодействию с общественными организациями. Потому что только вместе мы сможем завершить. Да, и плюс, как докладывал, субподрядчиков найдем более... То есть там проблемы по теплосетям, ЧКТС. Сергей Маратович здесь? Нет, Сергей Маратович? На этой неделе проведем Дмитрий Викторович, там по теплоснабжению, по сетям у них есть проблемы. Это про Володарского я говорю. По Чурилово тоже есть вопросы. Тому нужно назначать совещание. Я думаю, что не сегодня, а на завтра где-то назначать совещание. Мы определимся с депутатами. И все объекты, которые в этом году у нас идут на сдачу, однозначно подключим депутатов для того, чтобы они контролировали в ежедневном режиме. Это наряду с тем, что вы будете с Василием Евгеньевичем тоже там бывать каждый день на этих объектах. Потому что опасность существует, и ее нужно ликвидировать, эту опасность, и догонять сроки те, которые упущены были. За честно. Так, по школе. Светлана Викторовна, я правильно понимаю, что до конца этой недели будет ввод в эксплуатацию, и мы с вами на следующий сможем открыть? Нет, мы еще будем получать лицензию, Наталья Петровна. А, правильно. По срокам тогда получается через по сколько? По срокам у нас получается, мы получаем заключение Государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора, они работают несколько недель, и затем только мы получаем лицензию и заходим в школу. Сейчас мы тоже подключились к ее вводу непосредственно, уже, так сказать, все, что входит в наши полномочия с оборудованием и так далее, мы в полном объеме работаем. С 2 часов там уже педагогический коллектив сегодня даже. Ну хорошо, чтобы никаких задержек не было. Будем стараться. Да, максимально в короткие сроки после ввода в эксплуатацию получить хорошо лицензию и открыть. Так, Владимир Георгиевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. Основное внимание это всем видам ремонта улично-дорожной сети города Челябинска. Общая суммарная на сегодняшний день охвачена, это 1 360 000 метров квадратных на сегодняшний день выполнено. Особое внимание БКД, значит, по нему на этой неделе планируем в конце недели закончить то, что Ниждор, Автодорстрой, 18 объектов. У нас по существу остались небольшие там доделки по двум улицам и Сони Кривой. Значит, Копейское шоссе полностью завершили, завершили даже в большем там объеме, дошли до границы города Челябинска с Копейском.
Активно ведутся также дорожные работы по центральной части города. Вот, асфальтирование, смощение тротуарной плитки, ну и другие виды работы. Значит, в том числе сделали улицу Красноармейскую от Малой Коммуны до проспекта Ленина. Ремонт, что обещали. Значит, завершили работу как в Чурилово по основным дорогам этого поселка, которые были запланированы. Значит, на этой неделе по вашему поручению мы полностью заканчиваем вопросы, связанные с подготовкой тех заданий и конкурсной документации с учетом того, что сегодня по вашему поручению еще раз с районами обговорим то задание, которое вы только что еще раз дали. Значит, на прошедшей неделе провели рабочую встречу по, значит, выполнению протокола губернатора, значит, совместно с областным ГИБДД, Миндором, нашим министерством, представителями ассоциаций предпринимателей, с крупными торговыми сетями, строительными промпредприятиями и так далее, по организации грузового движения в городе. До 1 ноября мы ждем от них предложений. Обсуждение было по ходу этого проведения, этой встречи, но тем не менее договорились, что в письменном виде или электронном, значит, все предложения до 1 ноября будут нам переданы. Также провели рабочую встречу на предприятии по изготовлению остановочных комплексов, значит, сравнили, посмотрели их графики, ряд технических вопросов. Значит, ну, констатируем, что данная работа ведется в соответствии с графиком. По вашему поручению, связанное с регулированием дорожного движения в городе Челябинске. Значит, ну, основное, что какие моменты здесь сделаны, значит, усилили оповещение населения в плане проведения, географии проведения ремонтных работ дорожных. Вот это и по телевидению, и соответствующие знаки, шлаги и так далее. Значит, в пятницу была рабочая встреча в городском УВД. Обо всем обговорили уже с пятницы. На ряде самых серьезных перекрестков работали сотрудники ГИБДД, которые помогали регулировать вот эти, вот это движение, особенно в тех местах, где проводятся дорожные работы. Также, значит, оптимизация светофорного регулирования в настоящее время предлагается принять дополнительные мероприятия. Это определенный монтаж необходим 106 постов дорожного контроля, видеодетекторы транспорта, инфракрасные детекторы, ну и так далее, с привязкой к СОДу. Вот эту работу мы сейчас проводим активно. Я считаю, что она, конечно, даст свои результаты. В текущем режиме ряд светофорных объектов на сегодня. Там идет замена контроллеров. Ну, вот, ожидаем поступления буквально днями, которые также сменят режим светофорного объекта. Вкратце у меня все. Так, хорошо, давайте пойдем. По БКД, 18, которые дорог, когда заканчиваем? Мы на этой неделе планируем закончить эту работу. На этой неделе, то есть это 19-е, да? 20-е? Да, то есть, да, 7 дней, ну до 20, вот я имею в виду с учетом выходных дней, до следующего понедельника мы планируем закончить эту работу. Угу. Так, развязка. По развязкам вчера также проводили там рабочие встречи на этих двух развязках совместно с генподрядчиком Южным мостом. Там те объемы, которые планировались по БКД, планируется закончить еще, ну, вот эта неделя и следующая, в конце следующей недели. Так, конец следующей недели. Меня конкретно Блюхера Дарвина интересует. Конец следующей недели. Да, да, да. Так, путепровод по срокам. По срокам? Путепроводу. Есть деньги по БКД, по программе? Да, вроде напряженно, но все, идем к тому, что выполнить, конечно, эту программу. Не, я сейчас, следующий вопрос будет к объемам. Я об объемах финансирования, по которым мы должны отчитаться по БКД. Да, я именно в первую очередь об этом и говорю, угу. Что все эти... Все эти объемы будут выполнены. Какой срок? Путепровод, да, есть? Да, и там тоже, значит, мы максимально на то, что сегодня выполнено, к среде постараемся, ну, какую-то доздать, то, что договаривались с Миндором, вот, максимально. То есть у нас объем 106 миллионов, правильно я понимаю, по путепроводу?
106 миллионов – это объем по развязке Троицкий и Дарвина. И 58 – это объем по плоскостной, если говорить о развязках, это Блюхер от Дарвина. Вот я задаю эти вопросы. Объем работ на эти суммы, да, будет выполнен? Будет выполнен. Мы планируем в конце следующей недели. В конце следующей недели. То есть и развязка, и путепровод. Да. И естественно, что по путепроводу не только работы будут завершены, но и открыто все. Вот открытие движения оно будет позже, как мы обещали, то есть в октябре закрытие вот этих объемов по БКДшным, а движение мы говорили о том, что оно будет 1 декабря, 30 ноября. Вот об этом. Это будет. Вы про путепровод или про развязку? Это по путепроводу. По путепроводу, да, а я про развязку. Стремимся к этому. А по развязке оно в том порядке, как мы его видим. Но мы планируем открыть его, так, я думаю, что в конце месяца этого откроем. Алексей Владимирович, подтверждаете? Да, по развязке, по плоскостной подтверждаем. Дату какую называете? Конец месяца. Конец месяца, раньше не получится. Нет. Потому что и в ту сторону, и в обратную сторону, и утром, и вечером постоянно пробки. Я почему так настойчиво пытаюсь вас... Ну, там пробки не только были связаны... Склонить к подвигу и открыть быстрее, потому что жалобы идут, мы будем стараться быстрее, да. Но я просто реально... Так, по объемам финансирования документы все готовим? Да, конечно. Валерий Георгиевич? Конечно. То есть срок нужно будет не только выполнить работы, но и предоставить документы для того, чтобы были проведены все работы. Конечно. Так, по остановкам. Аналогичную работу, вот вы проводили свою работу в отношении мест, да, в отношении закупок, а аналогичную работу проводили по месту дислокации этих остановок и количеству, да, необходимому по потребностям, по всем проводило оргуправление наше. Евгений Александрович, нужно подключиться будет вам вместе с Владимиром Георгиевичем на этой неделе провести совещание по каждому району. Всю работу провел Смирнов Валерий Валерьевич. Взять весь объем этой информации и прям по каждому району, по каждой остановке провести сверку. То есть что у нас будет на каждой остановке. То есть вот срок вам неделя. Наталья Петровна, можно дополнить? Аналогичная работа по остановкам проводится со стороны имущества. Также мы эту работу проводили, но с конкретизацией тех комплексов, которые у нас сегодня есть в казне, которые должны быть поставлены по контракту. Поэтому прошу нас также включить. Пожалуйста, пожалуйста. Так, Владимир Георгиевич, тогда под вашим председательством, да? ДХ привлекаем, комитет по управлению имуществом, и Евгений Александрович, у вас организационно-контрольная работа управления привлекается для того, чтобы, с учетом общественного мнения, потому что изучался и трафик, какое количество у нас пассажиров находится на каждой остановке каждый день. Так, по светофорам, спасибо, Сергей Викторович, что подключились, и по светофорному регулированию, и по постам ПС. То есть благодаря вам, я думаю, что нам все-таки удастся победить пробки. Нет, с общими усилиями работаем. Да. Ну и закончим работы. Владимир Анатольевич, просьба ежедневно, вечером давать информацию, средства массовой информации о том, какие работы где будут проводиться, на каких улицах, что будет перекрыто, чтобы водители планировали свой маршрут с вечера. Так, хорошо. Кто у нас следующий? Дмитрий Викторович. Добрый день, Наталья Петровна, коллеги. На 11 октября все системы жизненно-коммунального комплекса города Челябинска работают в штатном режиме. Возникающие аварии, аварийные повреждения на сетях выявляются и устраняются аварийными службами в нормативные сроки. На тепловых сетях Минобороны в поселке Чувакуш 9 октября завершены работы в полном объеме. Дома запитаны по постоянной схеме теплоснабжения. То есть на сегодняшний день у нас не остается ни одного дома, не подключенного к теплоснабжению. В рамках работы по переходу на цифровое телевидение в течение недели управление ЖКХ совместно с управляющими компаниями проводило работу с населением. Для оперативного взаимодействия со штабом по координации по переходу на цифровое телевидение организовано дежурство сотрудников управления в выходные дни. В рамках реализации формирования современной городской среды продолжаем работы на 24 дворовых территориях по установке малых форм. Срок окончания работ 30 октября. Все остальное в плановом режиме. Доклад окончен. Хорошо. Алена Сергеевна. Доброе утро. Управление работает в штатном режиме. Все поручения исполняются в рабочем порядке. Александр Владимирович. Наталья Петровна, Андрей Владимирович, коллеги, доброе утро.
прошедшей неделе без чрезвычайной ситуации произошло 3 происшествия. Из происшествий отмечаем 10 октября пожар на акционерном обществе «Мечел». У нас произошло возгорание пресса в здании шамотного цеха. Ликвидировано. Пожарная обстановка на территории города произошло 25 техногенных пожаров без погибших и пострадавших. Спасательно-Челябинской городской службы спасения было совершено 30 выездов, оказана помощь 14 жителям города. На ЕДДС по линии 112 обратилось 9841 человек, по линии экстренных служб обратилось 1870 граждан. 9 октября, Наталья Петровна, мы провели показательное практическое занятие по развертыванию пункта временного размещения пострадавшего населения на базе средней общеобразовательной школы номер 38. Нужно сказать большую благодарность коллективу школы и директору лично, потому что проведена очень огромная работа, они первый раз это проводили. Мы собрали всех руководителей ПВР, которые у нас возглавляют в городе Челябинске, представители районов, комитета образования и социальной политики. Занятие прошло в очень хорошем режиме, то есть рассмотрели потом и те проблемы, которые у нас существуют в городе. За неделю поступило и рассмотрено 3 плана гражданской обороны организации, из них 2 утверждены, 1 отправлен на доработку. Проведен рейд в садоводческом некоммерческом товариществе «Любитель-1» с целью стабилизации обстановки с пожарами в осенне-зимний период. Выдано 2 разрешения на использование воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами. И в Институте гражданской безопасности у нас выпущено 4 группы по профессии подготовка спасателей. Оперативные службы функционируют в штатном режиме. Доклад закончил. Хорошо, спасибо. Так, еще вернемся немного к дорогам. Ренат Галевич и Дмитрий Викторович, пожалуйста, синхронизируйте работу дорожную вот по особенно центральным улицам сейчас города, чтобы не было у нас аварий, те, которые были в пятницу, в субботу, по-моему, на Соне Кривой, 26 дом. То есть я говорю про работу на улице, про работу управляющей компании, про именно те помехи, которые создаются дорожниками в случае, ну, это объективная реальность, да? Мы никуда от нее не денемся, где от колодцев зависит работа подвалов и домов. Я про Соню Кривую еще раз говорю, 26. То есть то, что произошло в субботу, это недопустимо. Поэтому, Дмитрий Викторович, полностью контролировать ситуацию. Вот, с Ренатом Галеевичем постоянно на связи. То есть на каких улицах проводится работа, чтобы брали под контроль управляющие компании полностью все свои объекты. И в кратчайшие сроки устраняли все аварии, если они возникают в результате дорожных работ. Так, Наталья Владимировна. Доброе утро. Продолжается мероприятие по подготовке к эпидемиологическому сезону. На пятницу, 11 октября, было вакцинировано 200 тысяч жителей, из них 66 тысяч – дети. От подлежащего количества это составило 40%. Темп вакцинации удовлетворительный. Для удобства жителей в выходные, субботы и воскресенье в 7 торгово-развлекательных комплексах также проводилась вакцинация взрослого населения по желанию. По вашему поручению данное мероприятие было введено на особый контроль. Без жалоб и замечаний все прошло в удовлетворительном режиме. Получено несколько благодарностей. На следующую субботу запланирован выход вакцинальных бригад в торгово-развлекательный комплекс «Горки» с 10 до 17 и торгово-развлекательный комплекс «Импульс» с 10 до 15 часов. Все остальное в штатном режиме. Доклад окончен. Так, Наталья Владимировна, вопрос доведен. Я про информацию по руководителям предприятий, организации любой формы собственности, когда мы с вами говорили, что администрации районов должны довести эту информацию. Совершенно верно, Наталья Петровна. Я на прошлом аппаратном докладывала, прошу его снять с контроля. То есть мы довели информацию до глав районов и координатора трехсторонней комиссии по социальным трудовым отношениям Елены Владимировны. Уже получена обратная связь от многих предприятий, они звонят в учреждения. То есть мы довели информацию не только о необходимости вакцинироваться, но и контактные телефоны ответственных медицинских организаций по территориальному принципу. Обратная связь есть, то есть работа эта идет, ее можно снимать. Информация доведена. Хорошо. Спасибо. Светлана Викторовна. Доброе утро. Образовательные организации работают в штатном режиме. Из больших мероприятий муниципальный конкурс «Профориентир». Кроме того, проводятся мастер-классы по планированию социального проекта в рамках городского конкурса социальных проектов «Я гражданин России». 16 числа
числа пройдет расширенное совместное заседание Межведомственной комиссии по организации в городе Челябинске отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время, большие мероприятия с детьми достаточно и несколько методических мероприятий с педагогическими коллективами. По контрольным мероприятиям, по ремонту фасадов 7 осталось по городу. В постоянном режиме ведем контроль, и сегодня будет большое совещание в конце дня с выездом на место. Далее, по открытию дошкольных образовательных учреждений и школ сейчас, безусловно, работаем над получением лицензии. В детский сад уже заходим с этой недели. А легион уже закончил? Все, да. Все, мы уже сейчас фактически... Оформляем документы по безвозмездному пользованию пока, уже да, оформили. Уже, да, документы оформили. По безвозмездному пользованию уже оформили сейчас. Сейчас в этом детском саду уже последнее приготовление. Сегодня уже начинаем работать с родителями с этого понедельника. В следующий понедельник, думаем, уже присмотр, уход, а там уже получение лицензии в плановом режиме. Хорошо. Так, Сергей Викторович. Доброе утро, Наталья Петровна. Доброе утро, Андрей Владимирович. Работа управления в штатном режиме. Спасибо. Юрий Митрофанович. Доброе утро, Наталья Петровна. Доброе утро, Андрей Владимирович. На этой неделе запланировано окончание трех контрольных мероприятий, о которых я докладывал на прошлом аппаратном совещании. Кроме того, на этой неделе приступаем к проверке в автономной некоммерческой организации Агентства инвестиционного развития города Челябинска. Эта проверка по решению Гордумы запланирована. И проверка в МКУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в тракторозаводском районе. Все. Так, хорошо. И сейчас подойдете, да, на совещание с главным? Так, Валентин Иванович. Здравствуйте. На этой неделе основное мероприятие соответствует планам работы городского совета ветеранов. Среди них культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия среди ветеранов за счет зимней городской спартакиады ветеранов. Работа по проектам ряда постановлений с аппаратами комитетов и управления городской администрации и работа с Калининским районом по вопросу проведения пленум районного совета ветеранов. Спасибо. Хорошо. Спасибо, Валентин Иванович. Андрей Владимирович, есть что? Так, все, аппаратное завещание закончено. Спасибо. Кого закладывать пошел?